у меня в печенке. Ой! Нужно спрятаться. Куда я спрячусь? Что? Иди отсюда! Ты? Что за... Блин! Так, стоять! Итак, чё, кого народ с вами шит? И сегодня мы с вами продолжаем играть в игрушку под названием Resident Evil 7 Biohazard. Или же просто... Так. Да. Resident Evil 7. Продолжаем мы, значит, страдать. Кстати, насрано. Я, кстати, только это на записи прошлой серии заметил. Ну, да, ладно. Значит, чё у нас? Если кому интересно, ссылка в подсказках. Не знаю, куда там. Туда-сюда. Если что, ссылка в подсказках на предыдущую серию. Итак, откройся, сезам, как говорится. Я надеюсь, тут... О, спасибо, мне как раз оно нужно. Стреляй меня, стреляй! Ага, это типа пасхалка, но... Мне сейчас не до этого. О, зашибись. Порох. Возьмем. Закроем. Древняя монета. Ага. Я так и думал. Окей, поехали. Тебе влетело от папочки? Это твой отец? Был когда-то. Так, я сейчас проверю, записывает. Много запаздывает. Ты извини, но он вроде как покойник. Может, у тебя и получится. Что? Что получится? Мне нужно от тебя кое-что, но я не могу сейчас все объяснить. Выберись из дома, найди ключ, если потребуется. Ладно. До связи. Не, ну, я так и думал о том, что Джек, я во время загрузки, там было написано, Итану удалось сбежать от Джека. Вот так вот делаю. То есть, деда этого зовут Джек. Ну, понятно, чему ему удивляться. Ага, то есть вот это... Ну да, здесь я застряну, если... А ведь не хочется. И хрена ты его взял? Куда ты его засунул-то? За 2 года пропали без вести более 20 человек. Капитан Хэуэлл из полиции штата сообщил репортерам о начале поисках Хелен Мидкиф. Господи, студентки колледжа из Северной Каролины, которая... направлялась в Луизиану. Последний раз ее видели вечером 21 числа этого месяца. Последние 2 года резко возросло количество сообщений о пропаже людей в юге Луизианы. Большинство пропавших туристы или бродяги. Считается, что уже пропало более 20 человек. Полиция подозревает, что они убиты и считает, что эти случаи могут быть взаимосвязаны. Разработаны планы по выделению дополнительных следователей и проведению дознаний на местах. Алиса Эшкрофт, 19 января 2016 года. Так, я сейчас закрою. Я сейчас кое-что тут сделаю. Вы меня извиняйте. Ну, понятно, люди пропали. Ага. Вращать. Понятно, отмена. Тут нужно что-то поставить. Ну-ка. Ну, вряд ли это. А, ну. На птицу, которая похожа, ясно, понятно. То есть нужно найти что-то типа птицы. Блин. Вроде смотрю. О, можно, пожалуйста?
Так. Ясно. Так, я верну. То есть, понятно. Мне пока еще рано его забирать. Размечтался. Так, это что? Что я взял? Эта жидкость можно комбинировать с предметами для получения новых предметов. Ее нельзя использовать саму по себе. А, тут... Да, блин. Я на X нажал, я испугался. Так, стоп. Пистолет. Молодец. С пистолетом проще ходить. Я не знаю, я тут все посмотрел вроде. Пули непробиваемые. Видно, одна из пропавших. У меня такое предположение. Ты ничего не хочешь по этому поводу сказать, типа? Ну, не хочешь, как хочешь. О. Окей. Бейсбол! Что? Ходит. Закрыто. Знаю я эти ваши... О, телек. Телек. Можешь закрыть? Видимо, нет. Майя. Или что? Мия. Господи, Майя. Так. Мия. Видеокассете на бирке, которая написана Мия. Окей, но на меня никто не должен тогда нападать, если я видеозапись смотрю. Мия. Итан, пожалуйста, посмотри это. А тут не перевели. Так. Ага. Итан, если ты это найдешь, я знаю, что я не могу ни на что рассчитывать после всего, что я сделала. Но я должна тебе сказать, это была не я. Я не знаю, что случилось. Тебе столько нужно понять. Вот ты где! Ну и напугала же ты нас, девушка. Ой. Меня не поймает. Ой-ой-ой-ой, понятно, я понял. Бежим. Открой. Пожалуйста, открой. Куда бежать? Сюда, мама. Ты-то кто? Давай нет, иди в ванню. Не, я к тебе не пойду. Ой. Телек разбитый. Ой-ё. Ту-ту-ту-ту-ту. Жуть. Ты уже у меня в печёнке. Ой! Нужно спрятаться. Куда я спрячусь? Что? Иди отсюда! Охренеть, с одного удара! Ну, с одного. Чтобы уйти от преследования Маргариты, спрячешься за чем-нибудь. Охренеть. Так, ну дверь была закрыта. У меня такое предположение, что мне здесь надо было спрятаться, да? Ты уже у меня в печенке. Спрячься! В печенке сидишь. Нужно спрятаться. Спрятаться. Зачем ты так со мной? За что мне все это? За то, что я накормила тебя и впустила в свой дом? Не ходи сюда, не ходи сюда, не ходи сюда, не ходи сюда, не сходи сюда, не ходи. Ай, все, мне жопа походу. Не ходи сюда, не ходи сюда, не ходи, ходи. Странная ты какая-то. Что? Все, я, пожалуй, пойду. Этот дом видел больше, чем ты можешь себе представить. И он знает. Куда? Ты просто не понимаешь? Или тебе просто плевать? Я боюсь входить. О, понятно. Я знаю, что вы с Зоей что-то замышляете.
Думаешь, так, положи на место. Про того парня Итана? Женщина, уйдите, пожалуйста. Ходит тут, бродит. Может, ты уйдешь? Пожалуйста. Нет, 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 не подходи. Ой. Не надо. Женщина, не надо. Уйди, 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 уйди. Ой, все плохо. Если она сейчас подойдет сюда, мне жопа. Не смей. Подходи, не надо. Нет. Стой. Пожалуйста. Ты станешь кормом для моих кошек и удобрением для сада. Она зашла. Господи. Спасибо. Она зашла! Мы пригласили тебя! Открыли наши сердца! И что же в ответ? Где она там ходит? Дура. Она мне еще нашла. Что делать? Мадемуазель это где-то ходит. Ага. Так, понял. Паучок. Охренеть. Давай. Ай, неудобно так как. Если я сейчас... Так, куда тут? Как? Ну, хотя... Так. Сейчас, как-нибудь. Господи! Во! Отлично! Оно открылось. Мы, пожалуй, пойдем дальше. Сейчас боюсь, какая-нибудь срань вылезет. Ну, она хотя бы не за мной пойдет, потому что пузо же пузо мешает. Ой. Про пузо я пошутил! Давай не надо! Выглядит, как будто опять прятаться. Она любит тебя, хочет, чтобы мы были семьей. Ты... Тихо, не... Ты... Ой, тебе тихо. Всего лишь нужно принять ее дар, блядь! Ага, спасибо. Но материться тут не нужно. Как она пойдет? Нет у меня тут. Пошла в жопу. Так. Хорошо, хорошо. Мы любим тебя, понимаешь ты это? Прими нас! Да не ори ты так! Мы знаем, что многого не знаем, но тебе же просто похуй! Ага, конечно. Думаешь, Иви будет вечно терпеть твои выходки, сука? Не ори, женщина. Идите дальше. Я сыта по горло твоими пакостями, слышишь? 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 Я покости... А я твоими выходками. Пошла в жопу! О,
Нихрена ты быстро пробежал. Если ты сейчас же не уйдешь, я тебя... Туда-сюда ходит женщина. Или мне пробежать надо? Стой, мелкая сучка! Меня увидели? Так! Меня увидели! Сердце-то как колотится, сердце! Меня увидели. X для быстрого поворота, где я? Она любит тебя. Хочет, чтобы мы были семьей. Угу. Я не хочу, чтобы мы были семьей. Тебе всего лишь нужно принять ее дар, блядь! Спасибо, но я не хочу принимать ничей дар. Мне и так достаточно хорошо живется. Что такое? Какая-то женщина, окей. Ой! 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 Ой-ой-ой! Нужно, не надо! Добрый день! Куда это ты собралась? Определенно подальше от тебя! Итан, пожалуйста, помоги! Помоги мне! Нет! Ну что, мы про... Да, мы прошли, окей. Потому что это по-любому вряд ли она бы избежала. Фух. Ну, напряженочка. В одном месте у меня напряжено все было. Так. Что они с тобой сделали, Мия? Да. Не очень, походу, хорошая. А ведь вирусы! Да ё-моё, кто пишет? Так. Сообщается о недвигающейся... Сообщают о, не... о надвигающейся буре. Несколько лет назад мне пришлось потрудиться, чтобы устранить последствия бури. Наверное, надо укрепить окна и упрочнить крышу. Может, Лукас мне подсобит. Вода наконец-то сошла. Наш основной дом не пострадал, а вот старый дом сильно поврежден. Лукас совсем все не уймется насчет большого корабля, который выбросил в поток реки. Если это правда, нам бы сообщили в округ. Завтра пойду сам посмотрю. Походу ты зря туда пошел. Охренеть, просто пропал. О, окей. А я думал, это лестница. Картины. Так, стоп. Объединить. Зашибись. Так, пока пользоваться не буду. Мне оно еще пригодится. Главное, случайно не на Ctrl не нажать. Хотя и могу. Ты спуга. Так. Давайте пока туда ходить не пойду. Зашибись, еще одна хрень. Ну-ка, у меня же ножи, да? Ой, патроны. Ой, закрыто. А еще? А, понял. Тут у нас? О! Ходит! Пошла в жопу! Ну ладно, я пока с пистолетом похожу.
пистолетом удобней. Как минимум, на тебя никто не накинется в ближайшие пару секунд. Типа, спрыгнуть не хочешь? Блин, я боюсь спрыгивать, ну нафиг. Так. Патроны. Пусто. Спускаем воду. Древняя статуэтка. О, зашибись. Капец. Жидкость. Здорово. Куда лучше, чем подыхать. Это 100 пудов. Пошел в жопу. Это дар нам всем от моей крошки. И он всегда со мной. Бежим. Как видишь, семья только часть ее дара. Открой ей! Словами, тебе пиздец. Да спасибо, я это понял. Ох. Тебя стрелять? Нет. Уйди, пожалуйста. Да. Я жду. Воу! Ну хоть не ранил. Остались только мы с тобой, Итан. С одной тыки. Он меня даже не тронул. Люблю такое. Но почти не тронул. Так, как тут? Птица. Птица должна получиться. И как я тут птицу тебе поставлю-то? Ё-моё. Мне же сюда, по-любому. Во, да-да-да, вот птица получается. Только... Чё, я руку какой-то... А, блин, я не туда нажал. Надо, чтоб прям близко было. Нет. Ай, а чё я тут застряну? Ну, мне такое предположение. Нет. Чётенько надо прям попасть. А потом спрашивают, что я на нормале решил проходить. Сесть! Так тут лишь почти с одной тыки умирают. Я не хочу... Почти. Я не хочу пару тысяч раз помирать от того, что на меня бежит дед. Кто ее построил? На то, что на меня дед с лопатой бежит. Не, спасибо. Я жить еще хочу. Нервы еще поберечь. Так. Патронов нема. Ну-ка, стоп. Правда нема? А! Ничего. Травы! Зашибись вообще. Закрыто. Блин, мне все время кажется, что тут кто-то ходит. Отдыхающая муж и жена. Муж — это успех, он 12-й по счету. К сожалению, жена не пригодилась. Так что придется от нее избавиться. 7 июня. 3 студентки. Они протухли. Придурок Лукас все испоганил. 13 августа. Бездомный. Обращение заняло 3 дня. Он
Он 13-й по счету. Охренеть. Патроны бы дали. Я патроны никак. Вообще. Ну-ка, холодильник. Зашибись, слушай. О! Вот это мне нравится. Ну ладно. Зато полностью восстановил. Так, куда тут? А, на R. Что ты? На R перезаряжаться. Ладно, зато полностью ХП восстановил. Ну, как я понял. Мать. Твою налево. Ты? Что за... Блин! Так, стоять. Ясно, веселье, походу, начинается, зомби. Местного разряда. Капец, я пересрал. Так. Ладно. О! Сохранялка! Отлично. Ладно, давайте на этом закончим. Продолжим уже в следующей серии. Так что, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь, если вам понравилось это видео. С вами был Шет, и всем до скорого!